Всем привет, друзья! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я выкладываю дно мангала. Первый ряд, второй ряд, как перекрытие идет с печки под казан на мангал. Дымоход из нержавеющей трубы. Смотрим. Вот, друзья, перекрываю. Положил на восьмом ряду уголки 50 на 50. Вот так без распора буду сейчас выкладывать кирпич по сушке. Вот так вот. Здесь положу базальт. Здесь, там базальт. Ну, чтобы у меня это первое дно без раствора. Второй ряд уже будет на раствор. Вот я, товарищ, выложил первый слой из пластушки на сухую, без раствора. Вот только вот эти крайние кирпичи, которые будут основными стенкой, их надо будет положить на раствор, не касаясь уголков. Аккуратно так раствор. А уже следующий пойдет на цемент. Так вот выложил, положил базальт между, на уголки, между кирпичами, чтобы раствор не попадал на уголок. Сейчас вот поставлю вот этот кирпич на раствор. Этот, вот этот крайний, стенка будет. И соответственно вот эти крайние на раствор. Ну вот, друзья, товарищи, выкладываю второй слой дна мангала. Вот первый лежит, слой без раствора, просто на уголках. Вот второй слой уже на цементно-песчаный раствор выкладывается по периметру. Не закладывается раствор. Здесь сейчас привезу трубы, покажу, как соединяю дымоход с дном мангала, как его обходить. Все покажу, как кирпичи запилить, чтобы вывести трубу, выложить дно мангала, поднять стенки и уже выкладывать из огнеупорного кирпича третий ряд дна мангала. Ну вот, уважаемые друзья, подписчики, заложил я второй ряд дна мангала. Вот у меня здесь пустота, заложится базальтовый картон. Вот так вот у меня выходит соединение дымохода из печки под казан и пойдет в трубу. Вот так вот соединяю я, запиливаем кирпичи. Вот так вот все соединяется. Следующий ряд будет здесь огнеупорный кирпич. Ну, выложу елочкой. Видео покажу. Ну, друзья, товарищи, разложил я пока на сухую. Выравниваю углы, чтобы было все в прямоугольнике. Как добиться? Сначала выкладываете вот эти 5-6, сколько у кого там, какой ширина мангала, кирпичи, чтобы они были по стенке ровно, вот эти уголки, раз уголок, два, три, чтобы они были на одном уровне со стеной. Потом к нему подставляете вот так вот кирпич, 1, 2, 3, 4, 5, ну у кого как, да. Здесь также должно сместиться вот сантиметр. Сюда станет базальтовый картон, соответственно здесь станет базальтовый картон по задней стенке и также сбоку. И так выкладываете, смотрите все углы, чтобы они
сошлись у вас. Выпиливаете заготовки. Так. Если с одного кирпича правильно у вас разложено, то с одного кирпича у вас должно выйти две половинки, два кусочка. Уголок и вот такая заготовка. Такая заготовка ложится вот сюда, а уголок вот сюда. Не надо пилить два кирпича. С одного кирпича выходят две детали. Буду показывать, как я буду выкладывать на смесь. Так вот выкладываем кирпичик за кирпичиком. Ну вот, друзья, товарищ, выложил я дно елочкой мангала. Вот у меня зазор здесь. Здесь зазор. Уголочки запилятся. Тут
вата тоже встанет зазор. Там. Все, сейчас начну укладывать сам мангал, стенки мангала. Приятного просмотра, смотрим далее.